Добрый вечер, дорогие друзья. Вчера я сижу на работе, заходит мужик лет 30, одет аккуратно, но бедно. Говорит: доброе утро, храни вас Господь, вас и всех ваших близких. Я ему: ну, дальше что? Он здоровья, благополучия, душевного покоя, и чтобы спастись вам от лукавого. От кого? От лукавого. Ну, дальше что? Он: вы ночью сегодня во сне молились, чтобы ваш начальник сломал ногу, и вас назначили на его место. Вас услышали. Кто? Кто все видит и всех слышит? Я его спрашиваю: начальник сломал ногу? Сломал. Меня назначили? Нет, сейчас утро, еще не успели. Ну, я понял, жулик пришел. И он, главное, ни с того ни с сего с вас 143 341 рубль. За что? Он говорит: чудеса требуют материальных затрат. Срочно организовали встречу вашего начальника с другом детства. Они пошли в ресторан, заказ на 15 тысяч, зеркало разбили. Ваш начальник погнался за проституткой. Это может быть, это его хлебом не корми. Загремел с лестницы, сломал ногу, скорая помощь, хирурга 10 тысяч, отдельная палата. Там они с другом и с хирургом разбили люстру. Всего 143 341 рубль. Я ему говорю: пошел вон. Он: то есть, если я вас правильно понял, платить вы не будете. Тогда вас отправят в командировку в Сахару. Вы там можете погибнуть. Я ему говорю: придурок, я всю жизнь занимаюсь целебной грязью в наших северных болотах. У нас никто слыхом не слыхал про Сахару. Так что пошел ты знаешь куда. И тут звонок. Звонит начальник моего начальника. Твой вчера ногу сломал в ресторане. Спасал ребенка. Его же хлебом не корми, дай спасти кого-нибудь. В общем, ты на его место. Спасибо, говорю, я оправдаю. Он: для начала командировку тебе в Сахару. А мужик уже пошел, куда я его послал. Я трубку бросил, побежал за ним, говорю: мужик, товарищ, я понял, ты с того света. Я думал, у вас там жуликов тоже полным-полно, а оказывается, они все здесь, у нас. Не догнал его. Короче, не надо никому зла желать, даже во сне. Вас могут услышать.